Всем доброго здоровья и приятного аппетита, кто сейчас кушает, с вами Юля и Мишка. Всем привет! Ребята, Хастл Кастл, мы вернулись, чтобы поведать о нашем замке, о короле Питере и его подчиненных. Ну и приключениях тоже. В общем, во-первых, информация по замку. У нас открылась огромная кухня, огромная столовка. Для этого мы, короче, построили столовую одну, прокачали ее до того же уровня и, короче, все объединили. Тут теперь два чела у нас работают новых. Мы производителей детей отправили на производство еды. Да, он теперь... Как бы пусть ресурсы, отдыхает, так как ребенок не может. Многие писали, почему не нажмете кнопку. Ребят, у нас мест нет. Вон, как видно. Видите. То есть, на самом деле, вон там, где чувачочек наш, вон да, самый да, главный. Да, 20 из 20 видно. Уже написано. Тронный зал нужно до 8 Мишка, уровня там прокачивать. Там что-то произошло где-то. Так, что-то. Где-то, что-то, где, что? Ничего не слышу, все в порядке. Окей, мне тоже, кстати, показалось. Собственно, также, что у нас еще интересного? Лесопилка у нас да, есть. Да, вон там трудится мужик. Теперь, короче, вот после того, как мы, по-моему, улучшили тронный зал, у нас появился новый ресурс, дерево. Все правильно. Также лаборатория. Вот здесь, да, здесь можно улучшать алхимиков, короче, прокачивать, чтобы они больше ресурсов добывали и, по-моему, какие-то новые крутые предметы создавали. Все верно. Прокачали арсенал, у нас появились теперь дополнительные ауры для защиты и прокачиваю нашу баллисту. Я предлагаю повоевать, прежде чем мы еще создадим новое оружие. Да. Итак, Юля не удержалась, да, чуть-чуть. Попрошла. Ну, ничего страшного. Кстати, да, мы там как раз мага прокачали. Ладно, пойдемте, у нас здесь какой-то жесткий басар. Кстати, вы еще не видели, но... О, вот, да, мы, кстати, разобрались, короче, да, как да. эту магию мы писали создавать. В прошлом видео, как создавать эти штуки. Мне кажется, без магии пока мы разберемся. Магия больше пригодится, скорее всего, для нападения других на другие замки. Да, на других игроков. Слушай, он что-то вообще, он бьет? Ого, нормально, на штуку бьет. Бьет. Просто но... меч медленный да, очень. Да. Многие писали, что вы там до четверых прокачались, там можно втроем было все пройти. Да нам просто хотелось замок-то как можно сильнее прокачать. Да. И для защиты, и для понтов, так скажем. Вау, сэр, мы решили еще не все проблемы с этими ожившими. Дональд православный. Да, православный. Меня здесь заметили или нет. Так, их лидер угрожает нам. Мои корни прорастут. Через ваши дела. Да и в жопу тебе сейчас твои корни засунут. Так, давай открывай. Так, у нас открылся новый сундук. Давайте посмотрим, что нам здесь так. Это для лучника, для лучника. Скорее всего, так и есть. А еще и что-то? Мы еще выполнили задание. Вот как раз мы прошли жуткую эту преграду и получили дополнительные денежки. Давайте посмотрим, что у нас там для лучника. Да, для лучника. У нас лучник хорошо себя проявляет. Может быть, как раз еще лучше Слушай, проявит. Ну да, нормально. У него улучшится урон, появится у ворот. И чуть-чуть еще... побольше здоровья. Да, все верно. Да, кстати, что, пора разбирать, что ли, что-нибудь? Да, я считаю, что да. Вон нам... Что нам не нужно? Это нам не нужно? Мне кажется, есть вон еще слабже посох. Давай вот так совсем перейдем. Короче. Вот этот посох вот мы этот, разбираем. Да, хорошо, давайте. Окей. Что нам еще не вот нужно? Вот я думаю, вот этот амулет, потому что у нас, на самом деле, уже у двух мужиков есть эти амулеты. Хорошо, разбираем. Покруче. Так, еще одну для простого. Вот эту? Вот эту, да. Ну, давайте разбираем. Хорошо, разбираем. Все, у нас 10 есть. Так, давай из зеленых что-то можем разобрать. Топор же, в принципе, нам не нужен. Да. Мы разбираем топор. Доспех нам, в принципе, вот этот. Вот этот слабый вообще. Точно, не потребуется. И последний предмет какой? У нас есть вот... Стой, может, вот этот вот арбалет? Хорошо, давай, разбираем. 10, представляете, что мы можем сделать? Так, давайте соберем все это, что у нас есть. Только интересно, как там можно сразу два одновременно Хороший создавать? Хороший вопрос. Что будем для кого создавать? Может, все-таки что-нибудь для мага создать? Давайте для мага... Лютая. Лютая. Давай. У нас только единственное, у нас ресурсов хватит. Да? 30 кристаллов, я думаю, что хватит, у нас есть. У нас 50. 6 часов будет создать. Ну что, готовы? Да, создаем. Я готова. Мы, можно в принципе, ускорить. Что рады, мы теперь можем ускорить и сразу узнать. Давайте посмотрим. Давай, просто жутко интересно. Давайте мгновенно. О, 28-й, забираем. Блин, мы не можем пока. Так, давайте и теперь, что из этого создадим? А ты хочешь магическое оружие еще одну создать? Мишка. Ну, будет еще магическое оружие. Что я теперь могу поделать? Ты всегда торопишься. Ну, простите меня. Ладно, давайте посмотрим, что у нас там магу досталось. Что из этого? Намного ли она круче? Намного. Критический урон появляется, и раз в некоторое время воскрешает союзника. Смотри, сколько. Ого. Невозможно одеть, нужно прокачивать мага. Ух ты, блин. До 28 уровня еще 3 уровня надо ему качать. Короче, слушай, мы вон там еще что-то получили, на самом деле. Мне кажется, не зря я изготавливаю сейчас слабое оружие для мага. Ну как, относительно слабое. Прокачиваться он будет до 28 уровня очень долго.
Поэтому... 6 часов или сколько? Да там больше, больше, даже больше. Давайте награду заберем перед атакой. Посмотрим, какие что люблю у нас здесь... сундучки всякие открываю. Так всегда интересно же. О, дерево и сковорода. Давай-давай-давай, как давай, раз мужику дадим, который без всего. Или кто-нибудь у нас, ну вот, например, уже хорошо готовящий мужик. Вот давай ему, ему, короче. Вот этому давай дадим. Ну давай, короче. Этому, короче. Все, невозможно одеть, ему блин, нужно быть... седьмой уровень. Да, нужно прокачивать будет этих. Понятно, вот теперь нужно... У нас нет никого седьмого. Да, нам нужно, короче, еще строить обязательно столовку. Здание, да. Там, по-моему, где прокачиваться. Кухня. Ладно, давайте сначала все-таки дадим завалим, свое дело да. до конца. Нам осталось-то буквально чуть-чуть. Глубже в дерби. О, в дерби, да. Ну, так и есть. Может, так, все-таки добавится магия? У нас есть как раз вот магия дополнительная. Я давай, думаю, достаточно. Давай, мы давай. Уже подготовились с собой. Надо хоть показать разочек, может. Ну, давай вот если босс будет, мне кажется, а, с ним ну больше ладно, пригодится. Ладно, сейчас давай, еще транжи. Сейчас они по-бырому, да. Смотри. Так я вообще тебе говорю. На изи мы, кстати, даже не лечились после того, как все произошло. Ох ты. А вот сейчас надо будет полечиться. Прикинь, если мага еще вот этого прокачать до одури. Это просто жесть какая-то вообще, будет. Вообще, согласна. Кстати, хорошо, что мы лучника добавили. Мы сначала ходили с магом, еще с одним. Да-да-да, но... так я пока полечу. Блин, пойду. Глупо было бы вот лучника не использовать. У нас у него мощное оружие было. Ну, коли есть мощь... Ого, слушай, у нас лучник и прям радует и радует. Все, обновки и обновки. Так, прям. Давайте посмотрим, что вон сейчас новый. Гораздо слабее, на самом деле. Слушай, и... такое чувство, что у нас два одинаковых. Ну, в принципе, 1722. Нет, все-таки разница небольшая есть. Да, есть небольшая разница, но что-то похоже. У нас целая куча, короче. Ну что, возвращайся, качан. Да. Качану все время доставалось. Надо будет у потом нас еще один, вон, без за кадром прокачать как следует мага. Вот, и уже одеть ему новую штуку. Но мне кажется, согласна, как раз пригодится ему. Можно было и сейчас ускорить и отдать что-то новое. Давай на посмотрим самом деле. Так, ну давайте уж посмотрим. Гулять-то гулять, короче. Гуляем, да. О, вот 25 быть... уровень, он сейчас может это надеть. Вот, так что, знаете, иногда некоторые ну, вещи ладно, ладно. К лучшему происходят. Так что одеваем, и смотрите, у ворот у него появляется. Раз некоторые... некоторые, короче, хилят иногда. Ну, в принципе... Давай попробуем. Давайте как раз и спробуем уже на каких-то противниках. Ну, в любом случае, атака у него деревья больше. Убийцы. Звучит это жестоко. У нас, правда, у одного чувака здоровья меньше. Я думаю, что мы справимся, раз нас четверо. Самого все-таки. Главного, который у нас сам прокачан. Да, ну сейчас посмотрим, как оно шмаляет. Шмаляет оно неплохо. И, в принципе, если хилка есть, смотри, на 500 не слабо. Так что вообще не страшно. Ну, да. О, вон, слушай, реально он подхилил того чувака тогда нашего. О, идеально. Вообще. Вот это, кстати, штука опасна. Мы иногда на замки нападаем, пытаемся замочить, думаешь... Вот чуть-чуть остается, и он бас его подхилил. Он шик-шик-шик-шик его похилил, и все, жесть. Крутая тема, на самом деле. Так, чувак, единственный, кто ты... Кто пострадал, то это ты. Так, дальше давай разберемся. Он, видать, самый крутой был, поэтому все на него согрелись. Открываем наш сундарь, посмотрим, что здесь. Ну, здесь, я думаю... Опа! Слушайте, а что у нас такое странное? Сегодня все арбалетчику достается. Но его, хоть и обычное, необычное гораздо хуже. Да, ну... Даже... Зато будет что разобрать. Это да. Слушай, хорошо, что мы прокачали наш госпиталь. Да, быстро теперь восстанавливает. Раз-раз, так давайте я всем подниму настроение, соберу все, что у нас тут есть, в принципе. Это тоже интересная тема, понажимать тут вот эти штучки, особенно когда такой сидишь, делать нечего, такой чпок-чпок-чпок. Ладно, погнали, короче. Так, вот сейчас вот 100%, я прям вангую с этими, быстро разберу. А хотя, слушай, у них хипов больше, чем у нас. Стреляют. Ну, у нас хильщик, он смотри, сам себя, он прям, сам он себя видал? Захилил, сам себя видал, захилил. Как... Смотри, они его мочат, он такой раз... Фигу вообще, вам смаки. Слушай, смаки. Ну это тема прям. Без толку, короче. Мишка, ты все-таки, значит, молодец. Да. Не зря. Случайно молодец. Поругаться. Но не зря так вышло. И он ничего, он дорастет до того уровня и будет вообще шпилить всех по полной. Так, заберем награду. Так. Сейчас сразу же открываем два сразу сундука. Сразу два, слушай. Что у меня сегодня с языком? Что-то я это вообще... Опа. О, это 100% какая-то. Еду добывать. Да-да-да-да-да-да. Я надеюсь, сильный уровень не потребуется для этого. Да что такое? А это, наверное, для казначея, может? Или блин, надо было посмотреть, для кого? Это для мага. Слушай, в принципе, надо точнее, одеть. Не для мага, нет, а для... Блин, нам надо уровень. Качать срочно. У нас вообще кто-нибудь есть седьмого уровня? Слушай, здесь? Давай... А у нас четвертый, денег-то нет. Четвертый. Слушайте, надо прокачивать это. Мне кажется, будет. Нам надо будет на кого-то ладно, напасть. Погоди. Это вот этому, да, мужику? А у него есть кольцо.
Так, а это у нас... А у нас еще один есть мужик. Слушай, она похуже. Слушай, у нас еще один просто такой мужик есть, он качается вон в лаборатории, вон там так, сидит. Так, хорошо. Значит, ему, да, одеть? Да, надо у него будет? Ничего нету. Так, ну давай, одевай ему колечко. Это Хова у нас тусуется здесь. Да, хорошо, у нас тоже будет надо крутой будет маг. Посмотреть, что у нас нужно. Нам нужно тренировку и вот эту кухню. 60 тысяч нам надо, на самом деле. Да, то есть нам... Ну, в принципе, говорю, почему бы не повоевать и, как сказать... На кого-нибудь напасть может. Ну, давай... Добьем. Давай, 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 Шрума. Давай, 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 давай. Может быть, как раз магу. Так, что такое? Магию так. Использую. А у нас все на месте герои? Может, давай, короче, реально. А, не все на месте. Мишка. Ну вот сейчас, может, мы докажем. Ой! Как раз. Ладно, погоди. Мы мага забыли, самого главного. Ничего, мы сейчас так разберемся. Давай, вот сейчас жми, жми, атаку увеличить. Все, в порядке. Валите, мужики, хвалите, валите, валите. Сейчас, правда, видишь, с этим придется мы просто заодно, вот моя вся эта неосторожность, она доказала, что экшок, втроем, короче, показывает. Что втроем мы сделали да, это все. Да, да, но вчетвером мы бы вчетвером его вообще быстрее, порвали да. Просто. Ч... Так, и ты тоже подвел меня, бесполезное бревно. Я слишком стар для этого. Надо было, знаешь, для этого дерьма, дерьма да. Да. Брат, у меня проблемы. Ты поможешь? О, что-то будет серьезно. Аргоний. Чертил такой вообще. Нормально. Огненный барон Аргоний. Мы же братья и понимаем друг друга без слов. Я утоплю в лаве эту мелюзгу. Нормально. Которая мешает тебе. Так, ну слушайте, посмотрим, что-то... посмотрим. Давай это. Меня заинтриговала местность этого чувака. Да, мы сейчас если честно. Обязательно туда сходим. Чем мы? Так, давай. 5000. Кстати, нам чуть-чуть не хватает. И сейчас еще надо меньше. А еще что-то. О, мы прошли главу и получили еще дополнительный сундук. Ох ты, ешь ты, моё. И еще забрать дверь. И еще сейчас заберем. Все, кухня у нас все, есть. Короче, и еще все заберем. Собираем. Давай, давай, давай. Что еще? Может еще что-нибудь? Давайте, давай. Да, еще. Так, ох. Не нужно выбирать между количеством и качеством. Можно сделать ставку на то и другое сразу. Я согласна. Благодаря вообще. Улучшенной казарме вы можете увеличить число бойцов в отряде. Спасибо. Мы уже давно это сделали. Мы вперед всего. Ладно. Мастерская построена. Теперь мы можем начать производство оружия в замке. Мы уже это давно начали. Спасибо, да. Боевые заклинания, это хорошо. Слушай, мы, мне кажется, реально потратили. Но улучшенные боевые заклинания, это то, что принесет нам победу. Да, это действительно так. Постройте в замке магическую лабораторию, милорд. Откройте истинную мощь магии. Да без проблем. Давай сейчас, слушай, нас все открывать. Это мужик, знаешь, это как этот, он долго блин, ждал. Господи. Монетный двор. Что-то еще? Давай. Да, еще. Тренировочный до 4 уровня? Да без проблем. Ну че, все, это все. Это что как мало? Подарки закончены. Что как мало? Ладно, давай откроем, посмотрим, ух, что у нас здесь давайте, есть. Давайте, давайте, давайте. Да что ты, это все разбирать, я с ума сойду. Так, давайте. Я предлагаю, да, сейчас давай мага посмотрим. Пирожки. Так, давайте действительно, что магу там досталось. Что? Так, а что там? Ему вот эта палочка. Соточка. Так, воскрешает здоровье, зато заметь, сколько да воскрешает. Да ну, атака маленькая ну, да, вообще. Да, 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 согласен, согласен. Это... А что нам еще дали? Нам дали, по-моему, какой-то вот этот, да? 1300. Да. Ну, не ахти, тоже так не скажем. Ахти. И еще вот этот, что кому? Это лучнику стоит, давайте надо посмотрим, на лучника как на лучника заходить. Больше посмотрим. Чуть-чуть получше, урон намного больше. Давай, давай, да, давай. Кажется, а еще ему, арбалет. Арбалет, вон, нет. Вот этот новый. Вечно. Слабее. Так. Короче, фигня. Достаточно. Слушай, я мы думаю. Столько сможем потом разобрать оружие. Да, да. И потом косы что-нибудь мне построить, как обычно. Ну что, может быть, чтобы нас не ограбили, кухню-то построим. Давай, давай. Так. Вот рядом вот здесь строй. Да, давай. Пусть она будет. Будем ждать. Да. Все-таки. Потом мы, будем, короче, мы любим качать чуваков. Так, ну что, у нас на карту. Мне прям просто уж очень давай. Интересно. 25, слушай, все длиннее и больше. Длиннее. Глянем, как конечно, выглядит глянем. Эта тема. Уж это чуваки, которые иногда нападают на нас. Да, 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 да. В принципе, ну так у нас же есть. Ну давай. Мало ли чего. Ну ладно, ладно. Вдруг мы не готовы. Подстрахуемся. Я хотела, кстати, прокачать потом комнату с магией. У нас добавятся новые боевые заклинания, там какая-то броня. Ну, чуваки клевые. Он как будто на заднем плане, типа маг такой. Ага. Ну, нам, в принципе, четверых персонажей как раз достаточно, да, чтобы победить. Да, все на мага, слушай, сагрились. Вот упырь там стреляет. У ворот еще делает. Удобно. Удобно, что он уворачивается, и удобно, что он лечит. Лечилка — это реально крутая тема. Конечно, крутая тема, когда еще лупит там, не знаю, подскока. Так, изредка. Давай мага подхилим.
Так. Хорошо, кстати, что не могут на нас напасть во время игры. Да, кстати, есть такая фишка, мы узнали по поводу этого. Давай откроем. Да-да-да-да-да, я же прошел. Так, нужно посмотреть. Мне кажется, золото опять же дадут. Опа, меч какой-то. Так, слушай, это вот для этого, для... Да, мы же хотели ему вообще на самом деле. И вот как раз, в принципе, 220, нормально. Причем так прикольно выглядит. Да. Мне кажется, надо на самом деле что-нибудь на замок напасть. А, я думал... У нас просто шмотки-то вообще будут. Я думаю, чтобы я случайно не поторопился, в спокойной обстановке за кадром разберем, подготовим. А то мы и так подготовились, и я все равно прокосил. Слушай, может, куда-нибудь на замок какой-нибудь нападем, посмотрим. Какие здесь у нас? Здесь даже вторжение есть. 15 уровень, ник какой-то есть, посмотрим. Ну, я не знаю, давай разведаем. У него, в принципе, лидерства не так много. Ну, мы его завалим. Я думаю, да, давайте нападем. Теперь, кстати, после того, как мы прокачали тронный зал, у нас теперь больше требуется еды для того, чтобы в бой вступать. Раньше 5000, а теперь 10. Ну да, и, ребят, сразу же, как сказать, не расстраивайтесь, если мы случайно на вас нападем. Мы же не знаем ваши ники, правильно? Вот именно. Поэтому не обессудьте, да, то есть... Кто захочет, как говорится, на нас тоже много кто нападает. Да-да-да, не обижаемся, то есть бывают всякие случаи. Но мы сейчас, кстати, неплохо так напали, там, что-то, смотри, что-то выполнили, кстати. Так, еще это вражеские войска мы разбомбили не слабые. За это мы получили, собственно, сундук. Великий маг, изготовьте любую магию магическую. Ну, мы, кстати, изготавливали, да. Почему кстати, бы нам надо еще приготовить. Не поготовить? Еще раз жмем готовить. Здесь можно, то есть, ставить как бы в очередь все эти магические. В принципе, по очереди. Хватит, ставлю. Все, хватит. Достаточно. Да. Вот, у нас магии, в принципе, много потратилось, потому что для некоторых построек и для создания предметов тоже магия нужна. Как там захилился, может? Например, для, вот, по-моему, арсенала нужно было. Ну, да. То есть ресурсы будут расширяться. Так, а это для кого? Слушай, надо было кажется, посмотреть. Мне кажется, это что-то... Сейчас. Вон, ой, да нет, сверху. Мишка, ты же видишь, новый пишет. Так, это тоже маг. Для мага. О, слушай, крутая тема. Сила магии увеличилась. Слушай, ну одевай, ну ё-моё, маг, ты у нас теперь красавчик. Да, всё. На самом деле красавчик, но выглядит она, так скажем, похуже в каком-то смысле. Ну, но давайте нападем на смерть. Мы втроём? Ой, вчетвером? Вчетвером, да. Давай, нападем. Хочется еще кого-нибудь побомбить как следует. Вот тут уже такое, ну не очень правда, сильно. У нас, правда, вон не все захилились. Давайте посмотрим, как просто чужой замок выглядит примерно, просто иногда почти интересно. Почти всю жрачку потратили. Посмотри. Да, кстати, ну как раз, все логически. Ого, посмотри, как они выглядят. Что на это за предметы такие? Ого, надет, скорее всего. Алхимические какие-то крутые темы, чтобы добывать. Выглядит это все прикольно, на самом деле прикольно. Да, прикольно. То есть, чего только нету здесь. Но опять же, кому что выпадет. Вот это, ну, как повезет. То есть, нам вечно раньше ну-ка, какая-то фигня выдавалась. Трифон, у всех Потап. Имена нормальные, как нормально. Но, все. Не то, что кстати, нас... ты, кстати, отвечал на вопрос, кто да, из нас но придумал? Я так, расплывчатый. Так, все здоровье просто не полное, но я думаю, мы сможем победить. Сможем. Хотя у них здесь ауры есть. Ну, у нас хильщик. Ну да, сейчас посмотрим, что закончится. Тем более... Мы еще ему нифиговую такую мантию одели. Да, у него теперь слушай, она как будто воскресил. Ведь есть такая крутая магия, которая еще воскрешает. Да. Ну не, собственно, ну, даже все, без потерь. Конечно. Без потерь. Мощно мы тут их побомбили. Этим хорошо зарабатывать, потому что согласна. Золото относительно долго. Для получать. Того, чтобы броню прокачать, вот... Напали на нас тут мастерскую брони, чтобы построить 300 золота надо. 300. Да. Поэтому мы иногда любим нападать, подзаработать. И потом... Куда у нас, кстати? Поживиться. Куда он я куда-то... Вон он, внизу. Чувак, сентил. Стой. Он помог, типа, такой. Все. Да. Ладно, я думаю, стоит на этом сегодня закончить. Еще много чего интересного вас ждет. Если хотите продолжение, обязательно пишите. Да. Ставьте лайки, и все будет зашибись. Всем хорошего настроения, всем пока. Всем пока.